министр культуры России Любимова. Ольга вчера была на докладе у президента, как известно. И порадовало его, что сегодня происходит на Ленфильме. Ленфильм – это были специальные поручения Путина – поднять студию, починить ее, во-первых, восстановить из хаоса. Гигантские деньги, там что ли, то ли 8 миллиардов были выделены на ремонты. Мы сейчас увидим, в каком состоянии Ленфильм. Но в итоге Путин дал народные миллиарды, а Любимов вчера докладывает, как там дела на Ленфильме. Главное, сколько фильмов. Услышьте, пожалуйста, эту цифру, сколько фильмов, новых фильмов появляется, что производит Ленфильм. Еще раз, вчерашний доклад министра культуры президенту России. Что с Ленфильмом-то? С Ленфильмом все лучше и лучше, правда. И мы там сделали большую, точнее не мы, а команда, которая там трудится, провела огромную работу. У нас поддержаны 3 новых фильма, у нас золотая коллекция вернулась в Ленфильм, что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. И вообще это будет единое пространство, когда будут приходить ребята, получать доп. Образование, смотреть кино. Материальная сторона дела, как там долговые обязательства и прочее. Непрофильный актив реализован. У нас появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать. У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров. Там работает, все кипит. Там за них борются. Они теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять. И вчера же, по нашей просьбе, народные артисты Российской Федерации. Какой позор. Те, кто может войти на Ленфильм, и специально для Путина, а может даже и для Любимовой, показать, ну, всем зрителям, им специально, а нам по нашей просьбе, для нас, чтобы было понятно, что творится на самом деле на Ленфильме. Вчера народные артисты России, я не называю имен, они вообще работают на этой студии, уже после, так сказать, встречи Путина и министра, пошли на Ленфильм и сняли его сегодняшнее состояние. Какой он на самом деле? И сейчас эта студия, в которую уже вложено на ремонт, на все на свете, прежде всего на поднять студию, то есть из руин поднять, миллиарды народных денег. Давайте посмотрим на результат, что там на самом деле творится. Пожалуйста. Ну, а самое главное – это цифра. Итак, на 21-м году правления Владимира Путина министр культуры может порадовать Владимира Владимировича. Он кивнет головой, мы это видели, слышали. Сколько же фильмов производит Ленфильм сейчас? 3 картины, сказала Любимова. 3. А теперь для сравнения. Все же в сравнении производится. Когда Путин слышит цифру 3, ему встрепенуться, по идее, спросить, вы что, как 3? Это на народные-то миллиарды, которые пошли на Ленфильм, 3. А сколько для справки, это, по идее, Путин должен был бы сказать министру культуры, она же у нас новенькая, сколько в 89-м году прошлого века, когда уже все шаталось, когда все идет в разнос, в разброд, съезды народных депутатов, денег нет, события разные всякие, жуткие начинаются в Тбилиси, потом Баку, 90-й год. Сколько при Горбачеве в последние годы его власти Ленфильм производил картин по году. Докладываю. Это должен был Путин сказать. Любим вас, она не знает. Она пришла, сказала 3. 89-е 31 картина. Документальные, художественные, научно-популярные 31. 90-е меньше падение 21. Но заложили больше на 91-е. В 91-м вышло 41 картина. В 91-м 41. А нынче 3. Причем вот справка. Любой. Путин тоже мог бы войти в интернет, нажать кнопочку. А что за фильм? Это в 89-м году Ленфильм произнес. Смотрим. «Бродячий автобус» Иосифа Хейфица. «Бумажные глаза» Пришвина документальный Валерий Огородников. «В поисках правды» Петр Сатунов. «Васька» режиссер Вась Виктор Титов. «Дон Сезар де Базар» большие картины Ян Фрид.
Женитьба Бальзаминова, режиссер Саша Белинский, замечательный мастер. «Замри, умри, воскресни» Виталия Каневского. «Зеленинский погост» Бориса Резнева. «Канувшее время» Соломон Шустер. «Караул» Александр Рогожкин, знаменитый Рогожкин. «Все один фильм, все один год». «Кончина» Николай Кошелев. «Личное дело» Анны Ахматова Семена Ароновича, выдающегося мастера, документальный фильм. «Музыкальные игры» Виталий Аксенов. «Нечистая сила» фильмы, посвященные «Рыцари Поднебесья». «Сирано де Бержерак» выпустил Наум Бирман. «Случайный вальс» Проскурина. «Спаси и сохрани» Александра Сокурова. Многие из этих фильмов, это все только один, 89-й. Еще раз, когда все пошло в разнос. О, как работал Ленфильм. При Горбачеве. И три картины заложили сегодня. Но Любимова не понимает, судя по ее лицу, что она говорит про три картины, а Путин не понимает, что он слышит. На самом деле, его это радует. Это катастрофа, вот эта катастрофа, когда народные деньги. В каком состоянии сегодня студия. Итог очереди, продюсеры, все хорошо, мы аж три картины осилили, Владимир Владимирович. Вот так делаются сегодня доклады государству. Вчера мы говорили о докладе Скворцовой. Кстати, очень интересно, вчера я давал интервью «Комсомольской правде», сначала час, потом они продлили, попросили еще на час, но полтора часа я вчера разговаривал. Очень честно о том, что с Путиным происходит. Как ему доклады делать, все рассказывал. Думаю, что ж такое, неужели комсомолка это в эфир выпустит? Все, трындец. Сначала выпустили. Потом, видимо, Сунгоркин либо сам опомнился, главный редактор комсомолки, либо ему намекнули из Кремля прямым текстом, что вообще с ума сошли, как это можно о Путине, да на «Комсомольской правде», на вашем канале. Вот и всяко закончилась свобода журналистики. Закрыли. Вчерашнее выступление Караулова. Зато у нас на платформе можно полностью его посмотреть. И сейчас мы выложим у нас какие-то фрагменты. Потому что полуторачасовое большое интервью. Там много было про сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Но в частности я рассказывал об этих докладах. Доклады Скворцовой Путину. Путину стало можно врать. Видим, какая его реакция. Он не понимает, что такое три фильма. Не говорит ничего. Он доволен. Путина не просто можно стало врать. Но не понимает, ладно, его проблемы. Хотя это наши уже проблемы по большому-то счету. Но самое страшное другое. Эти доклады не единичны. Расстрел один. Вчера материал. Расстрел два сегодня Любимого. Это действительно расстрел. А завтра будет расстрел три. А послезавтра расстрел четыре. Мы взяли за, так сказать, правило анализировать, что же Путину обещали, что докладывали, что говорили, и как оно на самом деле в итоге получилось после официальных докладов высоких должностных лиц российского правительства, кому? Президенту страны. Новая рубрика нашего канала, которая обещает быть весьма интересной.